بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد طه الأمين. لله تعالى الله رزاق için inşallah taala ana şu kitaptan mahmuzlarını başlar devam ettiremiz. Şemailül Muhammediye, Şemailül Nebiyye. İşken kitabını. Поэтому книга, иншаллах, мы продолжим религиозные уроки. Называется «Шамаилю Наби» или «Шамаилю Мухаммадия». Написал имам Ат-Тирмизи. Написал имам Ат-Тирмизи. Эта книга включает в себя 56 глав. Или «Галтта Бабтан Иварат». Сорок первая глава Бабу Маджаа фи салати духа. Духа намаза хакадаги баб. Духа намаза хакадаги. Духа не была сезинда. Духа намаза баб. Эйми. Нерсе хадри? Айя жи. Я сен сөйлесен, олда жиына, аузын ашы сен сөйлеп қоясын. Ану іштан. Айя біләсен. Yok, o duhan başka, bu ad-duha. Ad-duha. Zuha deyip de itiler, ad-duha. Zavalden iki saat ilik okulatırgan nafil namaz var. Есть определенный дополнительный намаз, ад-духа называется, до заваля за два часа читать. Некоторые ученые сказали, после восхода солнца, 45 минут проходит, можно читать. Куяш чыгавит, куяш чыккач, ярты сағат өткәш, әл-ишрак намазын оқыса болар. 45 минут, 1 сағат өткәш, ад-духа намазын оқыса болар. Завалге тексім 2 сағат. Ад-духа. Құранда да сура бар беттік, ад-духа ісімді сура. Әйбе, ад-духа. Бұл нәфіл намаз, бік яқшы намаз, заполнитель намаз. Посланник Аллаха сказал, каждый день человек за каждый сустав должен одну серебряную монету дать милостыню. Хар бір буын үшін күнінде бір күміш тенге берілуге тиіс. Сподвижники сказали, о посланник Аллаха, мы не в силе, мы не можем за каждый сустав, каждый день одну серебряную монету, садаха дать. Что может заменить? Посланник Аллаха сказал, намаз ад-духа, намаз ад-духа. Имам ат-Тирмизи сказал, хаддасана Махмуд ибн Гайлан, хаддасана Абу Дауд ат-Таялиси, хаддасана Шу'бату ан Язид ар-Ришки, قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم أربع ركعات يزيد ويزيد ما شاء الله عز وجل. حديث передается со слов сподвижницы معاذة. Она спросила у عائشة رضي الله عنها. Женщина спрашивает у женщины. Мусульманка спрашивает у другой мусульманки. Аиша радиаллаху анха, это кто? Дочь Абу Бакра, одна из жен пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Она была зазинна. Аиша она мусульман. Абу Бакрна кызы, хамда, пайгамбарымызны, кимы була? Хатынларындан бірісі. Муазата деген хатын кіші айта, мен дей ғайшыға сору бердім дей. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فصلنك الله أن شتال لنماز الضحى. الناس قال عائشة говорит نعم أربع ركعات да فصلنك الله أن شتال نماز الضحى четыре ركعة دوت ركعة أقران دي الضحى نماز دوت ركعة أقران ويزيد ما شاء الله عز وجل и по милости Аллаха сколько хотел столько فصلنك الله еще больше читал. Демек, көпме тілеген, дүрттен артырған. Ең әзінде көпме оқыған, дүрттен. Демек, духа намазы кәміде тур рәкат оқылады. Духа намазы бізге немәні береді? Хар күнге 360-дан артық, әне шу бұғынларымыз үшін садақа. Пайғамбарымыз әйткенде, инсанды гәудәсіде 360-дан артық бұғын бар. Бұғын. Хар бір бұғын үшін күніге біттеден күміштенге садақа беріш керек. Сахаб. Бұл өткен, ей Аллахның елшісі, біз
Biz kimide bunu iflamıyız, uyduramıyız. Peygamber etken onda degen duha namazını okuyla. Çaşgah namazı deydi. Duha namazı, çaşgah namazı. Ana ondakin Anas ibn Malik'in hadisi. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي حدثنا زياد بن عبيد الله بن ربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات سخب أنس تنكيل جان حديث سخب أنس أيضا في غنبارمز ضحى نماز 6 ركعات أقر إدري İlmir nişe rakat bu halika? 6 rakat. Gayşe anamızın hadisinde nişe? 4. Lakin Gayşe anamız nasıl dedi? Peygamber en azinde 4 rakat okudu. Tilesa dağı arttırdı. Anas ibn Malik nasıl dedi? 6 rakat. Demek Ayşe anamızda rivayete göre Peygamberimiz duha namazını kavide nişe rakat okudu? 4 rakat. Anas ibn Malik yaptı 6 rakat. Duha namazı. Demek duha namazını 4 rakat okusayan buladı, 6 rakat okusayan buladı, 8 rakat okusayan buladı, en kopu 12 rakat. En kopu neçteyken? 12 rakat. Значит, namaz ad-duha можно читать 4 rakata, 6 rakata, 8 rakata, 10 и максимум самое уже много количество ракатов 12. 12 rakat. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. Bunda hadiste peygamberimiz Mekke'ye kilgen vakitindeki hadis. Mekke. Peygamberimiz Medine'de Mekke'ye kilgen. Evet. Vefatından ilik. Evet. Azakı, tavaf, azakı, hac diye beytiler etti. Şunda peygamberimiz bir Müslüman kişisini yüzüne kırgan Ummu Hani degen patın kişi yeride bulgan indi elbette. Hem de şu yüzyılda Peygamberimiz azgine cingine gusül kıyımgan da 8 rakat duha namazını okuyan. Duha namazını nişe rakat okuyan? 8 rakat. Sürelerini cingilşe okuyan, lakin ruku bile mecdanı urnuna cikkerip ruku sacda işlemiş. Demek ki indi karağız. Biz 4'ten başladık, 6'a hem de nişeye gittik, 8'e. Значит, посланник Аллаха. Другой передача, это день завоевания города Мекка. Это уже прощальный хадж. Посланник Аллаха перед смертью, что он сделал? Он приехал в Мекку. Фатха Мекка, вы знаете, Фатха Мекка. Посланник Аллаха сопровождало более 100 тысяч мусульман. Более 100 тысяч мусульман, сподвижники, посланника Аллаха сопровождали. И посланник Аллаха в Мекке зашел в один дом у одного мусульманина, слегка искупался и совершил духа намаз 8 ракат. Скольки ракатов? 8 ракатов. Şimdi niye karagız duha namazına ihtibarlı bularda girer? Çünkü bunu özüne bırakıp bilmeyin na nafil namazı, na duha namazı. Nema sebep biz nafil ibadetleri gibi güde hem itibarlı buluşumuz girer. Aynısı duha namazı. Hadis Abu Ayyub el-Ansari'den ki gel Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne yudmin 4 rakaatin inde zevali şemsi fe kult ya Resulallah inneke tudminu hâzihil 4 rakaatin inde zevali şemsi fe kâle inne abuâbe s-semâi tuftahu inde zevali şemsi ve la turtecu ey la tuğlaku hatta tusalli zuhru
فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير؟ قلت في كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. Peygamberimiz aytayaptılar ki, peşin vaktida dedi, peşin vaktida osmondagi bir rahmat eşigi açıladı. Peşin vaktida. Во время зенита на небо откроется одно ворота добра. На небо. Одно небесное ворота во время зенита открывается. Посланник Аллаха из-за этого до зенита читал какой намаз? Ад-духа. Абу Айюб аль-Ансари спрашивает, о посланник Аллаха, вы вот постоянно стараетесь в это время намаз читать. То есть до заваля, до зенита вы читаете намаз. После того, как вы салям даете, уже наступает зенит, вы ждете, немножко солнце отклоняется, вы читаете уже зухр намаз. Причина в чем? Какая мудрость? Посланник Аллаха сказал, на небесах очень много дверей, ворот. Во время зенита открывается одно ворота, одна ворота открывается. Я хочу, чтобы какое-то мое доброе дело ангелы подняли на небеса. Чтобы через это ворота из меня поднялся какое-то доброе дело. И сподвижник говорит, в каждых 4, 6, 8 ракаатах нужно Коран читать. Сура Фатиха и дополнительную суру. Посланник Аллаха говорит, да. А если человек читает 4 раката сунна, говорит, то он с двумя салямами читает или с одним салямом? Посланник Аллаха сказал, нет, с одним салямом. Он нашла мютну. Димак Пайгамбар, саллаллаху алейхи вассалям, духа намазна, отчина хикмата намейка. Завалдан алдын, шо завал вақтыда османдаги бітта катта рахмат иши. Училар екен. Payg'ambarimiz shu zavoldan oldin duho namozini o'qigan, salom bergandan keyin zavol bo'lgan, ozgina duo qilib o'tirganlar, quyosh zavoldan ozgina mag'rib tarafga, quyosh botish tarafga bunday oltganda ketgan. Undan keyin azon aytib, peshin namozi o'qildi. Payg'ambarimiz aytyapti, mana shu deydi zavol vaqtida osmondan bitta eshigi ochiladi deyapti. Müslümanlar dedi zavaldan aldı nafıl namaz okuyan bulsa, dua okuyan bulsa, karıştılar şu ibadetlerini, savaplarını asmanına okuyacak dedi. Fakir ben şu mindenen bir yakışık hayrı farkına kurtarılsın.